Всем привет, ребят, добро пожаловать, здравствуйте, мы продолжаем, собственно, прохождение Godfall'а. А сегодня мы великое дело будем делать. Крайне великое дело, мы сегодня, значит, во-первых, босса убьем. На харде убьем босса. Но сначала, есть тут какая-то башня испытаний. И мне кажется, что самое время, да, еще раз хард включим на всякий случай, мало ли. Самое время пойти туда сходить. Ой, а что я сделал? А, все, меня сразу туда закидывает. Вот. Самое время посмотреть, что тут вообще происходит и как она работает. Но это интересно должно быть, да? Пушка, вот, вот моя топовая пушка. Она как бы уже не особо актуальна, к сожалению, но тем не менее. Испытание. Так, что? Давай. Активейт элеватор. Готов. Мы вверх едем, да? Ой, ё-моё. Ага, здесь какая-то... Ой. Здесь какая-то шкала мобов. Судя по всему... Судя по всему, будет два босса. Да? Наверное. Вот, вот по крайней мере... Пошел нафиг. Ага. Я пока ульты не буду тратить. Это бессмысленно. Они, в принципе, простенькие, на самом деле. Ничего такого. Так, и где мое вот это вот, а что? А, вот ты мне тут, а ты мне куда предлагаешь идти? Либо сюда, либо туда, да? Тут воздух, типа. Или это, это вода, наверное. А эти закрыты две, хорошо, ну давай. Выбрал дверь, это значит испытание воды. Блин, на самом деле надо было испытание земли выбирать. А, потому что здесь... О! Здесь, скорее всего, будут медузы. А можно? Слышь, ты самурай конченый. Ты кто такой вообще, нахрен? Мы тебя не звали. Ты мне не нужен тут. Тихо. Да тихо ты, тихо. Ой, больно. Ага, подрываем. Да угомонись! У меня нокнули, что ли, или что? А, это у меня он застанил. Понял тебя. Левел. Ха-ха-ха-ха-ха, слабенькие. Что, не ждали такой подставы, да? Вау! Больно. Нормально? Все, это я типа... Divination Spring. Choose one of... One of three powerful benefits from the empower you during the... Roguelike, что ли, начинается? Я правильно понимаю? Значит, мне сейчас дадут баф. Один из трех. Chance to inflict кровотечение, наложить проклятие, soul shatter build-up. Soul shatter build-up. Soul shatter — это пробивание брони. Ну, по крайней мере, по факту это самая такая, наверное, полезная штука для боссов, против боссов, по факту. Правильно? Правильно. Вот. Погнали дальше. Сейчас посмотрим, что там еще будет. Здравствуйте. Конечно. Я готов, я всегда готов. Я надеюсь, если я пройду эту башню, мне дадут что-то очень крутое, да? Очень крутое что-то. Ух ты, ты кто? До свидания. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не, товарищи. Ну мы так не договаривались же. Где там еще? Тихо. Вот так вот, давай. Нет, удар сделай. Спасибо, братишка. Мне его так не хватало в моей жизни.
Умай. Три ключа. Три ключа я получил. Выберите дверь. Давай теперь... А тут везде вода. Тут любая из них вода. Ну давай. Давай сюда. Почему бы и нет? Какая разница-то, в конце концов. Survive trial, окей. А, вы гнедыськи, да? Вы гнедыську подрубили. А, ты еще и портуешься, друг мой? Ты ничего не треснет? Гнедыську мне тут не подрубай! Шмакодявка! Свободен. Свободен, я сказал. Такое ощущение, что у меня не hard difficulty. Ой, блин, стоп. Все, я осознал свою ошибку. Ставь эту хрень. Ульту юзай. Можно завалить ее? Спасибо. Нормац. Твою мать! Тихо. Я что, умер, что ли? Я умер? Я не знаю, как он это быстро сделал. Реально, я не понимаю, что произошло. Ну, это бред какой-то, да? Это же дичь. Пошел в задницу, тварь. Я просрал жизнь просто так. Просто вот отдал. 21 шанс холод наложить. Резистанс к воздуху. Резистанс к огню. Без понятия, что мне понадобится, поэтому мы возьмем наложить холод шанс. А почему бы и нет? А что, это плохо, что ли? Кто сказал? Едем дальше. Едем дальше. Погнали. Так. Мы теперь их замораживать будем, да? Я не очень понимаю, как эта система работает. Ты охренел? А, ну я понял, суть. У них с каждым разом все больше и больше. Нет! У них с каждым левелом все больше и больше хп. Ну и дамагают они, соответственно, посерьезней. Понятно. А пошел в жопу. Пошел в жопу, друг. Ответственно заявляю, что тебе здесь не рады абсолютно. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Что-нибудь еще? Это хилочки? А это почему-то... Это не хилочки, это... Почему зеленые шарики как хилочки не считаются? Так, вот... А тут какой-то другой значок. Давайте фиолетовый. Мне фиолетовый нравится. Мне кажется, фиолетовый — это успех, в принципе, да? В общем, хилок у меня нету, если что. Survive trial, да? Ты кто? Твою медь. Ну, на самом деле, ничего страшного. Ой. Ну, по факту, да, как бы. Изи, братишки, по факту. А, у него еще эта хрень, иммун. Отлетаешь. Так, отлично. Пошел ты.
пошел ты. Так, Incarnate эссенцию какую-то мне дали. Как интересно, а что это значит? Один из четырех или я все могу открыть? Я не знаю, что я хочу открыть. Я не знаю. Я хочу фиолетовую открыть. Мне нравится просто фиолетовый, да? Это вот, значит, за прохождение уровней я получаю ключики. Синенькие по 5, зелененькая, видимо, за 2. Не, зелененькая бесплатно. Тут мне не хватает. Понял тебя, понял. Хорошо. Может, имеет смысл мне накапливать ключи? И потом... Потом уже идти в фиолетовое. До этого момента, пока у меня до хрена ключей не будет, не ходить в нее. Может быть, тогда... Что-то интереснее выпадет. Хрен его знает. Это интересно. Угу. Так, по-моему, все сбросилось, не? Это опять эти изишные какие-то. Вообще ни о чем, товарищи. Опа, левел. Так, кто еще? Ты? Давай. Ой, что происходит? Два ключа я получил. Хорошо. И что, и опять мы выбираем, да? Две синеньких. Какие? О, это оружие. Подожди, что здесь нарисовано? Ключ, ключ, ключ. Тут оружие нарисовано. Давай сюда пойдем. Я надеюсь, это значок оружия. Имеется в виду. Хочется в это верить, по крайней мере. Так. Какие вы толстенькие! Ага. Пошел в жопу. Так. Сейчас долбанет. Нормас. Красиво. Ой, больно. Похилься, похилься, братишка. Дай-ка я вот эти вот шарики пожру немножко. Так, и что, испытание завершено, да? И что? Currency. Earn case to unlock loot chest and grow more powerful. Я понимаю, понимаю. А мне хватает на открытие любого из них? Нет, вот только этого. Облом. Ну, суть ясна, короче. Суть ясна, суть ясна. Мы собираем ключи, и мне, по идее, должен появиться сундук легендарный, оранжевенький такой, да? Я его открою за хреновую тучу ключей, и все будет замечательно. Да? Ну, по идее, это как-то так работает, насколько я понимаю. А может быть, нет. Может быть, я не прав. Может быть, мне в конце, если здесь вообще есть конец в этой башне, дадут что-нибудь оранжевенькое. Скорее всего, я просто сдохну. Ты что, охренел, что ли? Отлетаешь. Я говорю, отлетаешь. Ой! Спокойствие. Только спокойствие, только спокойствие. Да можно ультануть?
А, ладно, не надо, можно. Тихо, все нормально. У меня хпшек вообще нету. Вот я чуть-чуть здесь подхилился. И все, буквально. А я даже не знаю, куда мне идти. Керми. Туда мы не пойдем, там лут, туда мы тоже не пойдем. Там синий лут. Давай сюда, вот, вот сюда. Вот. Что это такое? Это стрелочка наверх. Это, да. Это то, что мне надо, видимо. Старт. Поехали. Опа! Да я не хочу! Я не хочу, я не буду, там еще появились! Я не хочу! Я не буду! Да не буду я, отстань! Да не буду я с тобой драться, ублюдок! Я сейчас сдохну, все это, Габелла, я сгораю в огне. Нет, не сдохни! Последняя жизнь. Последняя. Сейчас рванет нахрен. Рванет. И вот так вот, оп. Пошел в задницу. Их, видимо, бесполезно долбенить. Да это какого хрена? А! Уй! Больно. Хилься, дура, хилься. Беги, дура! Одна минута. Вот так вот. Вот это. Ой, как я хорош! У меня 11 ключей. На минуточку. У меня 11 ключей сейчас, да? 11. У меня 0 жизней. Мы немножко в полной жопе. Открывать я это не буду. Почему нет? А, я не буду это открывать. Нет, я не буду. Я коплю ключи до какого-нибудь реально крутого сундука. Какого-то хорошего. 11 ключей, все. Нас интересуют исключительно легендарные пушки. Легендарное все. Фулл легендар. Да, поехали. Какая тварь еще хочет со мной повоевать? Сиди сюда. Ну, это простенькие, кажется, пока что. Я, конечно, не уверен. Ну, ничего такого. Какие-то мариносы. Ой. Ну, два ключика сойдет. Два ключика. Давай. А что? Еще двери, да? Да, двери. Так. У нас тут все синенькие, нет, они ни хрена не одинаковые на самом деле. Какой-то лев. Ну, давай в лев пойдем. По-хорошему, надо, конечно, какой-то гайд, может быть, почитать, да? Что-то они же значат. Каждая вот эта штука, она за что-то свое, скотина, отвечает. Я думал, что это типа. Я почему-то думал, что это, знаете, вода, там, земля и так далее, но ни хрена подобного. Да
свидания. Воу-воу-воу, левел, что ли? До свидания. Левелы тут как орешки растут. Ой. А что-то, а что произошло? Подожди, хилься, дура. Да хорош ты прыгать на меня, ты упырь. Че, охреневший, что ли? Вот так вот. Я точно. Сосать, сучка. Так. Так, так, так. Испытание завершено. И шо? И что мне дадут? А, вот. Мне дадут... Значит, лев... Лев. Ну вот, это же лев с крылышками. Похоже что-то на льва. Это значит плюс к статам, пока я в башне нахожусь, скорее всего. Меч это... Меч это шмотки. А вот какая у меня текстурка с боссом была, я по-моему, забыл. Void damage какой-то. Что за void damage? Хрен его знает. Генфри Архон Фури Чарш whenever you show shatter an enemy. No. Void damage. Я не знаю, что такое void damage. Ну, какой-то дамаг войдовский, но... Я не знаю, есть он у меня или нет. А вот Архон Фури у меня будет расти. Это хорошо. Это полезненько, наверное. Шестое испытание, кстати, прошел. Здрасте. Кто следующий? Давай. Давай. О, таких еще не было. Или бы. Блин, твою мать, ну серьезно. Вы нормальные вообще, пацаны. Тут не очень хорошо себя чувствую. Отходим. На, нафиг. Нормально. Тихо. Вот так вот. Нормально. Мы его немножко ему взрываем. Они как бы взрываются при смерти, но мы им немножко взрывашку вот эту посмертную переделываем им в хорошую взрывашку, которая меня не коцает. Почему бы и нет? Так, это у нас тут бафы. Давай посмотрим, что такое крылышки. 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 Здрасте. Крылышки, значит, да. Крылышки это жопа. Просто держу в курсе. А, не успел зачаржить! Серьезно! Твою-то мать! Твою-то мать, мое увлажнение! Готовченко. А ты что, охренел? Подруга! Подкинула проблем! Шлюха! Мне какая, хилься, дурак! Ой, я кнопку хоть не ту нажал. Нормально, под ультой. Разобрал. Следующий. Да я... Ну я же ударил его, ну чё ты начинаешь-то? Красавчик. Хилку мне, быстро, отлично. Живем. Теперь вот эту дуру. Оп, оп. Красиво, следующий. Она что-то кастует, О, какая мразь. Пошла в задницу, сучка. Крашеная. Есть кабанчик, выполнил. Так, это что?
Это тоже бафы, значит, вот эти вот крылышки, это бафы. Бафы какие? Health recovery while your health is below 25%. Norfern Technique Damage. Damage to cursed enemies. Ёб твою мать, я не знаю. Health recovery возьмем, допустим. Допустим, это хорошо, наверное. Может быть. Хрен его знает. Какие-то бафы такие все неоднозначные. Там, не знаю, вот написали бы плюс 25% ко всей дамаге. Ты такой, ага, беру. А тут какой-то там дамаг проклятый, не проклятый. Чего? Кого вообще? Зачем? Кто у нас тут? Кто у нас тут? Опа, ублюдки. Готовченко. По-моему, мне ГГ. Хреновое ощущение, но я, по-моему, умираю. По факту. Так, хорошо. Так. Это жестко. Блин, да не надо так. Да тихо ты, ну не прыгай на меня, ну зачем ты это делаешь? Давай добрее быть. Сука. Рептилоиды странные. Все, три ключа получены. Нормас. Ну, у меня 19 ключей. Здравствуйте, доброе утро. 19 ключей. Давайте посмотрим, значит, крылышки я... Это какие-то другие крылышки или такие же? Тут какой-то елдысь. И молоток. Не, молоток я не хочу. Это типа, наверное, значит, что там молоток выпадет, да? Молоток мне не нравится. Давай вот елдысь. Это копье, наверное. Скорее всего, это копье. Пойдем получать ей волшебный большой елдысь. Ты что, охренел, что ли? Пошел ты! Да пошел ты! Да пошел ты! Я все, я ГГ! Хилься! Да блин! Ставь эту хрень! О, левел, спасибо. Вот левел сейчас как никогда, сука, вовремя был. Да, 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 нет. Да, нет, я не понимаю, что происходит. Да пошел ты, сука, что ж ты такой? А может быть, копье имеется в виду, что здесь враги с копьями будут? Возможно. Да, возможно, именно это имелось в виду. Кстати, как вариант. Ну и что, мы вскрываем вот этот, у меня 19 штук, да? 19. Ну и что, и что? Ну давай синенький вскрывать, давай. Жбоинг. Ну раз мне не падают оранжевые ни хрена. Ну из синеньких падает говно. Да? Ну очевидно, ну говно какое-то. Ну давай еще откроем. Ну и что это такое? Что это? Кому это нужно? Ну, аугментации в основном, понятное дело, да. Ну, я не в восторге. Я хотел пушечек. Брауников. Всего остального. Тут как-то слабенько, слабенько. Так. Да, ты очень суровый.
Я уже обосрался тут прям. Следующий. А, все. Я не понимаю, вроде как сложность вроде как растет с левелами, а вроде как... Вроде как-то и не особо прям так, чтобы... Ну, бывает просто какие-то левелы вот рандомно вылетают, где я вообще ничего сделать не могу. Смотрите, зелененькое... Зелененькие крылышки, зелененькая хрень какая-то, зелененький ключ. Пойдем в зелененький ключ, допустим. Зелененький ключ — это интересно. А, это не зелененький ключ, это зелененькие щитоносцы. Да отстань ты, придурок. Вот так вот, готовщинка. Следующий. Угу. Что еще? Ума. Скотина. Ну, на самом деле забавно. Без лишних вот этой беготни, без лишней всей этой фигни, просто влетаешь и месишься. Аки псих. Значит, зеленый ключик, видимо, значит, что мне за это испытание дадут еще ключей. И ни хрена больше, да? Да, именно это и значит. Хорошо. Тогда будем собирать ключики и будем ждать фиолетовые сундучки. Или оранжевые, в конце концов. Отходим, отходим, братан. Блин, что-то у них ХП пропалось люто. Тихо, тихо. Тихо. Или такое же, непонятно. А, 22-й левел. Переключаемся. Смена РГБ подсветки. Ага. Отходи! Ой, блин, рано просто долбанул. По кайф. 10-й трайл комплит. Фиолетовый меч появился. Синий меч, фиолетовый. Или это меч вообще? Меч ли это? Давайте в щит пойдем. Меня интересуют ключи. Я хочу. То есть меня интересует этот значок оранжевого цвета. Мне не, это фиолетовый — это все херня. Нам нужен оранжевый. Правильно, правильно. Едем дальше. 20 ключей, скорее всего, надо для оранжевого. Ну, это логично было бы. Ты кто за тварь? Ты кто? Отходим, отходим, братан. Да максимально отходим, я тебе говорю. Блин, ну ты дурак. Вот так, взрывай его нахрен. Изи босс. Под ультой, под баннером. Никаких проблем. Следующего давай. Это было слишком простенько. Ебать, оранжевое что-то выпало. Моя прелесть, покажи мне, что это. Кольцо оранжевое.
Посмотрим. Испытание завершено. Синенькая хрень, синенькая хрень. Зелененькую хрень заберем и все. Ключи не буду тратить. Так. Что нам за колечко выпало? Интересно, интересно. Колечко. Колечко, колечко. Кольцо, значит, 60 виталити, 76 спирита. 88 виталити. Ага, void damage, air resistant, damage to cure стенами, значит, overhealth, no longer degenerates. Когда я убиваю проклятого врага, мне дается какой-то overhealth, и он больше не дегенеративный. Хорошо. Я, в принципе, все понял. Это, значит, вполне логично. Что здесь непонятно? Замечательно. Пойдем дальше. Хорошо. Это вот сюда, да? Угу. 10-й левел, значит, зачистили. По идее, сейчас, когда у меня 20 ключей, по идее, у меня должно появиться оранжевое. Я надеюсь. А, в смысле? Я такого разочарования и боли еще не... Я прошел башню испытаний. Ну, с чем можете меня поздравить, в общем-то, да. Это, видимо, был финальный босс. Это единственное оранжевое, что с него выпадает. И все. И все. Все, 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 понимаете, все. Ну просто все. Плакать хочется, конечно. Да. Ну ладно, босса оставим, да, на завтра, наверное, потому что ни хрена мы 37 минут долбенились в башне. Понимаю, понимаю. Босса на завтра оставим. Завтра отдельно прям вот пойдем на босс. Я думаю, я там очень долго его буду долбенить, потому что, ну, на харде как-то все это немного тяжеловато. Плюс босс, они там с крутыми обилками, там пока выучишь, пока то все. Это ж Dark Souls практически, да? Вот. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на кнопочку с колокольчиком. Ставьте лайки. Было бы здорово, если бы вы ставили лайки, оставляйте комментарии, и до новых встреч. Пока-пока.